Усіх вітаю, ви на каналі «Свій час». Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Олексій Барановський, доброволець Легіону «Свобода Росії». Олексій, привітаю вас, здравствуйте. Так, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Друзі, підписуйтесь обов'язково на YouTube-канал «Свій час», коментуйте цю розмову і підтримайте нас вподобайкою, для нас це дуже важливо. Сьогодні стало звісно, що вас, Олексій Олександрович, внесли в список екстремістів і терористів Російської Федерації. Є ли якесь конкретне об'яснення, за що і як ви до цього відноситесь? За що? Ну, понятно, я враг путінського государства. Даже странно, що тільки сейчас вони мене внесли в этот список. Я уже давно старался, так сказать, предъявить свой счет к этому государству. И вот, наконец-то, они оценили по достоинству вклад. Но раз так поздно, значит, плохо я старался. Значит, нужно усилить рвение для того, чтобы выйти в топы врагов государства. Кстати говоря, я не первый боец Легиона Свободы России, кто в этом списке. Ранее туда, конечно, попал Цезарь, наш заместитель командира легиона, так что клуб легионеров в списке врагов путинского государства растет. Там так много террористов, экстремистов, что к вам только добрались. Кстати, туда же попадают без суда, насколько мы понимаем, насколько мы видим. По какому принципу, как вам кажется? И вообще, что грозит вам в случае, если вы вдруг приедете в Москву? Ну, попадание в этот список, это значит, что существует уголовное дело. Наверняка по Легиону Свобода России есть отдельное уголовное дело. Возможно, это какое-то большое уголовное дело, которое заведено против всех российских добровольцев, кто воюет за Украину, кто раскрыл свои лица. Сложно об этом судить сейчас. Там процессуальных вариаций таких уголовных дел дистанционных может быть великое множество. Ну, собственно, грозит это чем грозит? Значит, будут закрыты, арестованы все счета банковские, ну, которых, например, у меня давно уже нету никаких счетов в России, вообще никакой связи с Российской Федерацией, страной Путина у меня нет, поэтому, как бы, собственно, возможно, они будут, конечно, подавать в какие-то международные списки, там, типа Интерпола, да, но Интерпол уже давно прекрасно понимает, что все заявленные, ну, не все, многие заявленные России, значит, террористы и экстремисты, это все в кавычках, это чисто политические преследования, поэтому, например, Интерпол большинство таких запросов от России отклоняет. Ну, собственно, так, это чисто, знаете, такое моральное удовлетворение, о котором я говорил. Что, ну вот да, а теперь Российская Федерация признает, что я ее враг. Угу. Хочу с вами обсудить еще вопрос, как обстоят дела в Легионе Свобода России, какие сейчас возможности, какое военное обеспечение, насколько охотно идут к вам добровольцы также? Ну, смотрите, значит, лето действительно жаркое во всех отношениях. Наше подразделение воюет на двух направлениях. Сейчас это Харьковская область, район Волчанска. Там наши минометные расчеты и беспилотчики, и разведчики, и ударные FPV-дронщики. Все там воюют. Ну и такого же рода, значит, наше соединение и под населенным пунктом Часов-Яр. То же самое, минометники и беспилотники, вот мы там работаем. Собственно, мы как такое, знаете, дополнительное усиление. Понятно, что там основную нагрузку на себя тянут регулярные части украинской армии, ВСУ, держат оборону и ведут кое-где в контрнаступление. В том же Волчанске мы знаем, что там уже и пленные, достаточно большое количество российской армии, которые сдаются, значит, подразделения ВСУ в плен. И там ситуация, так сказать, постепенно стабилизировалась и, можно сказать, выравнивается не в пользу Российской Федерации. Вот. В Часовом Яру там немножко тяжелее, конечно, они своими мясными штурмами продолжают ползти вперед. Путин уже сказал, что вся Донецкая область должна быть под контролем РФ. Ну вот они будут пытаться любой ценой эти указания выполнить. Вот. Ну, собственно, то есть воюем, часть людей вот в горячих точках, часть на ротации. Собственно, ну, ничего на данный момент не изменилось по сравнению с предыдущими месяцами. Единственное, конечно,
в данный момент едва ли речь может идти о каком-то рейде на территорию Российской Федерации. Сейчас они там сконцентрировали значительные силы, но это не значит, что когда ситуация немножко изменится, когда мы увидим, что есть возможность опять нанести какой-то удар на территорию Российской Федерации, это обязательно будет сделано. Скажите, а кто, мы можем говорить, кто там изъявляет желание к вам присоединиться? Ну, это граждане вашей страны, Российской Федерации, которые, понятно, не находятся в стране агрессора, да? Ну, кстати говоря, это вполне себе непонятно, как вы говорите. На самом деле, действительно, нет, ну, среди российских добровольцев, российских добровольческих подразделений у нас в первую очередь, конечно, граждане России воюют. Многие из них действительно находились в Украине на момент вторжения, то есть на февраль 22 года, ну, например, я. Но кто-то приехал из Европы, много таких людей, кто бросил там насиженную жизнь в Европе, сформированную, и присоединился. Я очень восхищаюсь такими людьми. Но многие из России приехали. Вот тот же Цезарь, которого мы уже упоминали, он начало войны встретил в Санкт-Петербурге. Ну, он сразу принял для себя решение, что он должен оказаться в Украине и в составе украинских сил обороны. И это было непросто, потому что у него четверо детей, у него жена, пока он их всех вывез там, ну, в третью страну, пока они все оказались в безопасности, прошло значительное какое-то время. Но, тем не менее, это говорит о том, что если очень захотеть, то можно достичь результата. Поэтому у нас по-прежнему три, собственно, источника пополнения добровольцев. Это люди, которые, россияне, находятся в Европе. Люди, ну, либо в Европе, либо в каких-то третьих странах, там, безвизовых. Значит, либо граждане РФ, которые уже находились в Украине. Это достаточно большой мобилизационный потенциал, потому что по самым скромным оценкам это порядка 100 тысяч мужчин находятся, граждан России, в Украине. И все они могут на самом деле прийти в любой военкомат, в любой ТЦК, их перенаправят именно в Легион Свободы России. Таких достаточно много, хотя еще, конечно, далеко не все присоединились, и мы призываем их присоединяться. Ну и третья часть, конечно, да, самые сложные истории – это те, кто находится на территории РФ, но и для них есть возможность попасть и в ряды Легиона Свободы России, и в ряды разведчиков, которые действуют в тылу противника, в тылу Российской Федерации, то есть предоставлять нам информацию через защищенные каналы, ну и присоединиться к партизанской сетке Легиона Свободы России на территории РФ тоже возможно. В любом случае надо выходить на связь через телеграм-канал Легиона Свободы России, только не перепутайте, там сейчас 217, кажется, тысяч подписчиков, ФСБ создает фейковые аккаунты, тут важно не перепутать. Вот. Но в любом случае для каждого человека, для каждой ситуации можно разработать дорожную карту, как он может к нам присоединиться и встать плечом к плечу в борьбе против Владимира Путина. Я предлагаю подробнее обсудить направление, где находятся представители, да, вашего легиона, добровольцы. Около шести где-то недель назад Путин начал новый фронт, открыл новый фронт, начал наступление на севере Харьковщины. Ну, то есть сейчас мы видим, что линия боестолкновения там почти не двигается, но все же, как сообщается, армия РФ пытается повторить наступление и на Боровую Харьковской области, об этом пишет Deep State. Скажите, пожалуйста, известно ли вам, какая там численность противника и что вообще происходит с операцией россиян там? Ну, на Харьковском направлении, повторюсь, их атака захлебнулась. По большому счету, тактика Российской Федерации такая – навалиться и идти до тех пор, пока не остановят. То есть, когда вот спрашивают, а под угрозой ли Харьков? Ну, если их не остановить, то под угрозой все, что угодно. И Харьков, и Одесса, и другие населенные пункты. То есть, их надо останавливать. Понимают только, соответственно, стрельбу на поражение и активное оборонительное сопротивление. В другом случае, как бы, вот все эти разговоры о перемирии, о том, что Путина можно о чем-то уговорить, не сработают. Они будут идти до тех пор, пока, собственно, не получат. Очень есть классическое выражение, почему они ушли из-под Киева, потому что получили
по шее, вот, скажем так. И вот такая схема будет работать везде. Вот на Харьковском направлении они сейчас получили, собственно, по шее, и поэтому наступление захлебнулось. Но это не значит, что завтра они не будут продолжать двигаться в том направлении или на каком-то другом участке фронта. Поэтому, конечно, все зависит от не только от доблести украинской армии, доблесть-то присутствует, но вот от западного оружия, от тех средств, которыми мы можем сдерживать, собственно, путинское нападение, от этого очень многое зависит. Ну, пока что на данный момент ситуация стабилизировалась, и я надеюсь, что и поставки западного оружия будут продолжаться и позволят не только сдерживать российское наступление, но и действительно выдавить их с территории оккупированной части Украины. Изменило ли кардинально то, что Запад дал разрешение использовать оружие их производства по территории Российской Федерации, именно по военным объектам? Ну, кардинально, не знаю, насколько кардинально, но действительно это очень существенная помощь, потому что, конечно, во многом проще превентивно нанести удары по скоплению техники и живой силы противника еще на территории Российской Федерации, чем потом вылавливать их там по посадкам, по полям, по оврагам на территории Украины. В этом отношении, конечно, это долгожданный шаг. Хорошо, что все же он, значит, поступил со стороны наших западных партнеров. Ну, по большому счету, для перелома, в стратегического перелома, этого еще недостаточно. Для этого, для того, чтобы был перелом, нужна возможность бить по военным объектам и более в глубокой, так сказать, местоположении на территории РФ. Ну, я думаю, шаг за шагом придут и к таким решениям. На данный момент это существенно упрощает работу сил обороны Украины, но пока что не приводит к какому-то кардинальному повороту событий. А изменилось, например, соотношение боеприпасов, оккупантов и наших защитников? Знаете, очень неравномерно. То есть на некоторых участках фронта дефицит частично утолен, в общем, уменьшился. А ситуация не везде одинаковая, и западное оружие и боеприпасы поступают, но еще не полностью, не в тех объемах, которые можно говорить, что вот сейчас никакого дефицита и нехватки не ощущается. Стало лучше, чем еще было там несколько месяцев назад. Мы помним, что там очень тяжелая была зима, конец зимы особенно. Сейчас ситуация улучшается, но пока что еще не на 100% от того, что мы ждем еще впереди. Ощущаете ли вы то, что враг перебрасывает силы, как говорят, из донецкого направления в Харьковскую область? Там дело в том, что что-то он и перебрасывает, но по большому счету это не столь заметно, потому что постоянно идут поступления вот этих новобранцев, резервистов и из глубины России, собственно, тех, кого они смогли заманить длинным рублем. И вот коллеги говорят, там, смежники, с которыми мы работаем, что вот когда берут в плен кого-то и там документы, значит, на убитых российских солдатов, там очень часто такая картина, что они повоевать успели там, но буквально месяц. То есть еще там месяц-полтора назад они еще были на гражданской жизни где-то там в своих захолустных российских городках, а теперь они уже мертвые лежат на украинской земле. Это о чем говорит? О том, что пока что, во-первых, не заканчивается поток желающих вот заработать эти какие-то там бешеные деньги, которые им сулят, значит, российские власти, но мы видим, что плохо подготовленных, плохо вооруженных их бросают на вот эти мясные штурмы. Ну, собственно, к сожалению, так сказать, среднестатистический человек из российской глубинки не задается такими вопросами, а куда делись предыдущие там 300 тысяч, куда все эти мобилизованные делись. Ну, по поводу потерь оккупантов, можно говорить ли о том, что они увеличились, да, и потерь в технике, и потери в живой силе? Как вы их оцениваете?
Ну, потери стабильно тяжелые для российской армии. И чем больше они продолжают идти вперед, тем, соответственно, их и больше. Потому что обороняться всегда проще, чем атаковать. Украинские войска и вот наши приданные подразделения, они хорошо заняли оборонительные позиции, лучше знают местность. Была возможность и подготовиться к обороне. Вот, собственно, наш мартовский рейд на территорию Российской Федерации в Курскую и Белгородскую область, он во многом сорвал на самом деле наступление российской армии. Они раньше планировали начать вот это продвижение. Был вопрос, в каких местах они начнут эту атаку. Но в любом случае, вот мы смешали им карты, и они вынуждены были отложить свои активные действия. За счет этого украинская армия получила время для того, чтобы лучше подготовиться на наиболее сложных, скажем так, участках фронта. И действительно, вот сейчас держать оборону, благодаря тому, что вот эти месяцы мы выиграли, пока вели свою там активную движуху на территории России, собственно, ВСУ подготовились к более эффективной обороне. Поэтому и в Харьковской области тоже. И, собственно, сейчас мы более эффективно уничтожаем, значит, путинских солдат именно потому, что обороняться и быть готовым к обороне гораздо проще, чем лезть, собственно, мясным штурмом непонятно куда. Вот в ту посадку идите, а там уже все пристрелено. Поэтому потери у них большие, и не видно для Российской Федерации каких-то особых перспектив, по крайней мере, на данном участке фронта, я имею в виду Харьковскую, Северо-Харьковскую области, в ближайшем обозримом, по крайней мере, неделе. Была информация о том, что около 400 военнослужащих российской армии оказались в окружении в городе Волчанск. И наши военные об этом тоже говорили. Это произошло после того, как два батальона российской армии пошли брать штурмом агрегатный химический завод, который расположен на правом берегу реки Волча в центре Волчанска. Как сообщается, что после захвата объекта российские военные могли начать операцию по форсированию реки, чтобы прорваться к Южному Волчанску. Что вы об этом можете рассказать? Собственно, это и пример того, как обстоят дела российского наступления в Харьковской области. Слабо скоординированные действия разных подразделений, слабо подготовленный личный состав. Вот именно, собственно, на примере вот этого завода есть информация о том, что там и пленные, и убитые, которые вот буквально месяц назад приехали с гражданской жизни в России. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Украинские силы обороны эффективно планируют защитные мероприятия и контратакующие действия. Поэтому, понимаете, ситуация, она еще близка до своего разрешения, но инициатива, которая была у российской армии за счет неожиданности некой неожиданности. Не то чтобы прям совсем это было неожиданно, их атака на этом направлении, но все же сыграла им на пользу. Но сейчас ситуация уже стабилизирована, и потихонечку на таких локальных участках Волчанска они попадают либо в мясорубку, либо в окружение. Отсюда и множество и пленных, и, соответственно, и потерь 200-ми, 300-ми в составе ВСРФ. И по поводу Часового Яра еще спрошу, насколько там сейчас тяжелая ситуация. Говорили наши военные, что оккупанты усиливают штурмы, фиксируются. 17 июня опубликовали кадры геолоцированные, которые свидетельствуют, что продвинулись оккупанты на юго-запад от Клещеевки. Также подтверждают кадры продвижения войск РФ к западу от Калиновки, это севернее Часового Яра. Расскажите, пожалуйста, об остановке подробнее там. Там у российской армии больше сосредоточены силы и средства, и поэтому там действительно такие очень ожесточенные идут сражения. Они пытаются продвинуться сначала в Часов Яр, полностью взять под контроль, потом, соответственно, они хотят двигаться дальше. Понятно, что конечная их цель в любом случае это
Краматорск и Славянск. Чтобы выходить на какие-то те направления, им сначала нужно Часов-Яр продвинуться, Константиновка и так далее. Ну, собственно, и там для российской армии подготовлено множество сюрпризов. Там уже украинские силы обороны давно и успешно оборудовали позиции для сдерживания, поэтому а тактика мясных штурмов будет приводить только к одному, к еще большему росту потерь среди путинских солдат. Ну, мы видим, что российские генералы с этим никак не считаются, они будут выполнять задачи в любом случае. Ну, соответственно, вот эта мясорубка по перемалыванию российской армии будет продолжаться. К сожалению, конечно, и для нас, для украинской армии, и для добровольческих формирований все это дается большой ценой, есть погибшие, но эта война, это в любом случае эти потери несопоставимы с теми огромными утратами людского ресурса, который несет российская армия. Это Путин занял такую позицию. Тут как бы мы можем только делать то, что делаем, обороняться от этой агрессии. На днях, а именно 18 июня, была атакована еще одна нефтебаза. Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области составила 5000 кубических метров. Нефтебазу в Азове могли потушить только, не могли потушить минимум сутки. Можно ли вообще как-то оценить степень ущерба от всех пораженных нефтебаз? И как вы думаете, почему они не могут их защитить? Ведь мы же видим, и они, наверное, понимают это, что нефтебазы регулярно становятся целью дроновых атак. Они не то, что не могут, но это же вечное соревнование между дроном и антидроном, между как бы ударными беспилотниками и РЭБом, радиоэлектронной борьбой. Вот кто оказывается хитрее, кто может обмануть противника, кто проявляет большего мастерства, тот, собственно, и берет верх в локальном каком-то столкновении на конкретные точки. Соответственно, украинская армия, и не только украинская, но, собственно, вот и Легион Свободы России часто наносит удары по военным объектам на территории Белгородской области. Тут мастерство и соревнование все время такое идет в воздухе, кто кого. Поэтому, с одной стороны, они, конечно, пытаются что-то перехватывать, но, значит, атакующие в данном случае силы, военные силы Украины, вооруженные силы Украины, оказываются более профессиональными, более креативными, что носит удары, которые российские там ПВО и другие средства не могут перехватить. Что касается вообще эффективности, конечно, это эффективно. Не случайно, знаете, Кремль-то регулярно ныл и по разным дипломатическим каналам, что вот и до американцев дошли эти жалобы, что как бы это самое. Мы же помним вот эти истории, что вроде как Соединенные Штаты и некоторые представители Америки заявляли, что не очень как бы хорошо там, значит, выносить российскую нефтянку, а то как бы что не вышло, эскалация и так далее. Но, тем не менее, собственно, Украина борется за само свое выживание. И наносить удары по вот этим нефтяным объектам, которые, собственно, это кровь войны, кровь путинской армии, и наносить по ним удары – это эффективное средство. Другое дело, что для того, чтобы это еще более сказалось на невозможности вести агрессивные действия, наступательные со стороны российской армии, нужно больше таких ударов, больше возможностей поразить и военные объекты, и нефтяные объекты на территории Российской Федерации. И в этом отношении то, о чем мы говорили раньше, что как только у Украины появится возможность использовать более дальнобойные ракеты для нанесения ударов по военным объектам, эффективность таких ударов по объектам инфраструктуры, задействованным в военной агрессии, она только вырастет. Ну, я думаю, такие решения, такие возможности, такие операции еще впереди. Поступила информация о том, что силы обороны поразили около 15 систем противовоздушной обороны Российской Федерации за полтора месяца в Крыму. Что это означает и как вы думаете, будут ли они пытаться перетащить ПВО с других регионов, с других направлений на полуостров и откуда, если да?
Ну, конечно, будут пытаться перетащить, будут защищать. Крымский мост, это вот, ну, очевидно, что это одна из приоритетных стратегических целей, потому что через нее идут и поставки воинской техники, и личного состава, которые потом отправляются, собственно, на оккупированные украинские территории. Поэтому, конечно, сейчас происходит, об этом говорят все аналитики, это уже, что называется, не секрет, прореживание ПВО, значит, в Крыму для того, чтобы рано или поздно решить главную задачу — Крымский мост, ну и других военных объектов, там аэродромов тоже хватает, куда может и должно и рано или поздно прилететь. Поэтому, конечно, они будут пытаться защищать это дальше, значит, снимать какие-то ресурсы и средства ПВО с других направлений. То есть в любом случае каждый эффективный удар, понимаете, это все снижение вот этой обороноспособности, а на самом деле не обороноспособности, а, как это сказать, атака способности российской армии. То есть чем больше мы перемалываем их техники и живой силы на разных направлениях, тем меньше у них возможности вести агрессивные действия. Ну, такая стадия войны сейчас. По-другому никак не получится. Business Insider пишет, что Украина готовит почву для удара в Крыму после того, как мы получим истребители F-16. Я, кстати, напомню, что ранее западные страны обещали нам передать эти истребители к концу уже этого года. Другой вопрос, конечно, с обучением пилотов. Можем затронуть эту тему по вашему желанию, но тем не менее, вот F-16. И считают западные эксперты, что если Украина выиграет войну с Россией, то это будет во временно оккупированном Крыму. Согласны ли вы с такой оценкой? Согласны ли вы, что если и будет поставлена точка, то точно на полуострове? Ну, по поводу F-16, что надо сказать? Важно не только сам факт самолета, да, обучение пилота действительно ведется, и тут как бы проблем нет. У Украины талантливые летчики, но и очень важный вопрос, с каким, что называется, обвесом поступят эти самолеты, с какими ракетами. Потому что ведь важно не только сама машина, но и то, чем она начинена, что она может нести, какие удары наносить. Поэтому тут важно не только, чтобы сам самолет F-16 был, но и чтобы в него все нужные ракеты были. Вот в чем вопрос. То есть вопрос в комплектации. Ну а как эффективно уж их применить, ну это руководство ВСУ решит, где более уязвимые точки. Крым, может быть, не Крым, может быть, Донбасс. Ну тут сложно загадывать, понимаете. Мы же помним, вот как было контрнаступление, вот, когда значительная часть Харьковской области была освобождена, вот, Изюм, Лиман и так далее. Все же ждали нападения украинского контрнаступления на других направлениях, на южном. А оно произошло в Харьковской области, и украинская оборона там продвинулась далеко вперед, а российский фронт посыпался. Поэтому как бы так будет и с самолетами, со всеми ресурсами. Они будут применены максимально эффективно и там, где никто этого не ожидает. Крым, значит, Крым, ну, посмотрим, тут сложно загадывать. Говорят о том, что Крым для Путина – это точно красная линия, после которой может быть только ядерное оружие, использование его, собственно. Как вы считаете, это все пугалки или нужно к этому серьезно относиться? Ну, возможно, он там по Крыму-то и нанесет удары ядерные. Это будет вполне логично в духе Владимира Путина. Так не доставайся же ты никому. Вот. Мы помним, что крымчане там хотели камни с неба, но как бы, возможно, они как никогда близки к тому, что с неба на них что-нибудь посыпется, хотя мы и так видим каждый день, что военные объекты в Крыму горят, российские. Знаете, красные линии Владимира Путина, но что мы можем сделать? Украина все равно будет освобождать свои земли как бы до конца. Как бы то, что Путин пугает ядеркой, но он пугает, ну, практически с первого дня войны большой, да? А то и раньше. Да. Как бы, ну, на что-то это влияет, на нашу решимость бороться до конца? Нет, не влияет. Ну, как бы,
У нас нет другого просто выхода, кроме как бороться с путинской агрессией. Ну а то, что агрессор жесток и безумен, ну это не новость. Вот буквально за день до того, как организовали саммит мира в Швейцарии, как собрались на саммит мира в Швейцарии, Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры. Там, конечно же, не условия, а ультиматумы, что, мол, ВСУ должны освободить 4 области. Ушаков заявил, что мирные предложения Путина перечеркнули итоги конференции по Украине. Как вообще вы думаете, зачем Путин так неожиданно начал говорить о каких-то условиях и о каком-то перемирии? Ну, не знаю, по-моему, Путин с этим заявлением накануне саммита в Швейцарии так дал в штангу очень так сильно, причем, похоже, даже головой, потому что если раньше кто-то еще сомневался в его, там, может быть, уже переговоры, может быть, как-то это, ну, Путин выдвинул заранее неприемлемые условия, что отдайте мне вот эти 4 области, и вообще они там за весь этот год несколько сотен квадратных километров взяли, а хотят несколько тысяч, значит, десятков тысяч, да, квадратных километров. Поэтому, ну, если кто-то сомневался, что с Путиным надо бороться только силой оружия, а не переговорами, то вот Путин показал, да, я совершенно недоговороспособен, я не собираюсь ни о чем договариваться, я собираюсь лезть вперед и забирать столько, сколько мне позволят. Поэтому, ну, мирный саммит в Швейцарии — это только начало пути по консолидации международных усилий. Это, знаете, как вот воронка продав, штука это дипломатическая воронка. Чем больше стран и сил заинтересовано в урегулировании конфликта с позиции Украины на основе формулы мира украинской, тем больше вот этой консолидации усилий будет происходить в виде поставок оружия, помощи там, финансами и так далее. Поэтому это длительный процесс, но это был очень важный шаг. Я думаю, что последуют и следующие форумы международные. Уж не знаю, там будет в той или иной степени представлена Россия, на чем там тот же Китай, например, настаивает. Хотя, по большому счету, кстати, не могу не отметить, что и в Швейцарии, и в других странах, и в США, и в Германии, в общем, там больше 10, порядка 15 стран, где антипутинские, значит, россияне с бело-сине-белыми флагами выходили в поддержку, собственно, украинской формулы мира и приурачивали эти митинги, акции, собственно, к саммиту Швейцарии. Поэтому нельзя сказать, что Россия совсем не была представлена на мирном саммите. Она была представлена, только не представителями путинского государства, а антипутинскими политическими активистами. И за это, кстати, благодарность. Да. Алексей, спасибо вам огромное за этот разговор. Алексей Барановский, доброволец Легиона Свободы России. Огромная вам благодарность. И, конечно, друзья, пожалуйста, поддержите нас лайком, напишите комментарий под этим видео, это обязательно. И подписка тоже от вас, если вы вдруг не подписаны. И уже жду следующей нашей встречи. Спасибо вам огромное за этот разговор.